Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Биндаванам Манохарам Ваншакалпатарувасча Кипасиндубхавича Патитанам Павунибхва Вишнавибхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Ланхетигирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеви Пиявай Кешава Сача Снабхакти Прададеви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагодарану Дейям Сада Парибхабагнам Абиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панатапал Бхавадибутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджитакам Пигапавадушва Дарши Пурна Нурагра Сасагра Сарамурти Сарадикамай Када Хитам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджануламбита Бхужау Канака Бадату Санкиртанайка Питару Камала Ютакшу Вишам Бару Диджавару Джагадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхавану Рупе На Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бигуши табам бхагам Нараяно прияманго мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Баги саджусо бадане Лакшмир жасача вакшаси Жасьясти хиде самбит Вам нишинга махам бхаги Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари
Guru Sritihi Sarva Vipodvimokshanam Hari Sritihi Sarva Vipodvimokshanam Gurur Anugrahen Naiva Pumano Purna Prashantaye Gaudiya Goshthipati Gaudiya Goshthipati Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: нет ничего благоприятнее, чем служение гуру, гуру сева. Никакой другой процесс баджана. Никакой другой вид служения. Благодаря гуру севе мы сможем достичь лотосных стоп Бхагавана, получить вечное служение ему. Она крайне важна. Но обычные люди не знают, что есть Гуру Татва, Вайшнава Татва и как служить. Суть в том, что если я не осознаю, что моя жизнь длится всего пару дней, если я не осознаю бренность своего мирского существования, я не могу... разрешить проблему мирского бытия. Парикшит Махарадж задает вопрос Шукадева Госвами, Санатан Госвами задает вопросы Махапрабху. Человек смертен, и в любой момент его жизнь может оборваться. Если мы осознаем это, то это толкает нас на поиски. Но если сейчас население Земли составляет 8 кроров, то кто, какой процент от этих людей ищет Бхагавана? Существуют йоги и гьяни, которые до какой-то степени заинтересованы в Бхагаване. Они совершают баджан своим способом. Но крайне редок тот, кто совершает подлинный баджан. И даже тот, кто хочет совершать его. Прабхупад говорит, что тот, кто по-настоящему разумен, кто хочет совершать харибаджан, видят смотрят наперед и видят конечный результат деятельности людей. То есть, как говорит Прабхупад, саду видит будущее. В материальном мире материальный мир предлагает нам много соблазнов. Слава, наслаждение, деньги. Но Прабхупад объясняет, что настоящий саду осознает цель, осознает результат любого действия, любого устремления. К чему приведет стремление к пратиштхе, стремление к деньгам? Только когда мы по-настоящему осознаем свое безнадежное существование, свое безнадежное положение, что я не могу больше, я не могу положиться ни на банковский счет, ни на своих родственников. Только в такой момент
в сердце проявится татва джигеса, дживасия татва джигеса. Веданта сутра содержит в себе эту шлоку. Там говорится о татва, брахма. Глубинное значение татва джигаса, брахма джигаса. Не отлично от шабда джигаса, поскольку Бхагаван принимает форму звука. Мы слушаем харикатху от возвышенных преданных, поскольку из их уст исходит трансцендентный звук, трансцендентная харикатха. Бхагаван приходит в этот мир в форме харикатхи, киртана. Таким образом, когда мы осознаем, что мы абсолютно безнадежны, что нам некому помочь, мы прибегнем к помощи Гурупада Падмы. Только когда я пойму это, лишь тогда я смогу принять прибежище Гурупада Падмы. Многие люди могут принимать прибежище гуру и вайшнавов, но они не предались на 100%. А Прабхупад говорит, что если я не предался на 100%, если дикша моя не завершена, неполноценна, я не имею права совершать Бхагавата-севу. А дикша может быть завершена, лишь если мы предались на 100%. Имеется в виду, что мы не способны совершать Бхагавата-севу, но что же мы получаем от своих попыток служить? Мы получаем сукрити. Какое-то определенное сукрити. Таким образом, если мы осознаем свое положение, мы... Мы думаем, что мы можем совершать гуру-севу при помощи тела, ума, денег, но забываем, что Гурудев находится на трансцендентном уровне. Поэтому мне необходимо подняться на его уровень. Если сделать это при помощи материального ума, тела, и чего бы то ни было из материального мира, невозможно. Точно так же, как невозможно служить при помощи материального тела, денег, ума и так далее, мы не можем служить Гурупада Падме. Бхагаван и Гурудев находятся на одном уровне. Если вы не согласны с этим, не признаете этого, вы совершаете оскорбление. Ведь сам Бхагаван говорит, я ачарья. То есть Бхагаван находится на трансцендентном уровне, и, соответственно, из этой шлоки следует, что Гурудев также находится
на уровне Пракрита. Кто есть Гурудев? Тот, кто служит Бхагавану на протяжении 24 часов. В его жизни нет ни секунды, когда бы он отдыхал, от служения. Прабхупад говорит это. Гуру является только тот, кто 24 часа в сутки служит умом, телом и речью своему гуру. Такая личность является Сиддха Махатмой. В действительности мы не понимаем, что есть гуру Татва. Мы смотрим на какого-нибудь ачарью, и думаем, у него так много последователей, он возглавляет огромное общество. Соответственно, он непременно обладает бхакти. Но Прабхупад мыслит по-другому. Садгуру обладает вечной сварупой, вечной дхамме. Но сейчас, здесь, в этом мире, он действует как гуру. Проблема в том, что мы постоянно идем на компромиссы с асатсангой. Большинство людей не понимают, что есть сатсанга, а что есть асатсанга. У Падашамрите в Харикатхе по Упадешамрите мы детально разбирали этот стих Рупы Госвамипада с разных точек зрения. Как асатсанга может прокрасться в эту жизнь, в вашу жизнь? Если даже вы закроетесь в комнате и будете наедине с собой, вы не застрахованы от асатсанги. Возможно, вы не будете ни с кем разговаривать, но так или иначе. Что такое асатсанга? Материальное общение. То, что не относится к вечному. То есть асатсангу можно совершать в уме, на ментальном плане. А асатсанга очень опасна. Возможно, сейчас здесь вы никого не видите. Но если вы прибегнете к помощи микроскопа, увидите бесчисленное количество молекул и других и живых существ, пылинок и так далее. Если посмотрите под микроскопом на... Точнее, если вы посмотрите через телескоп на небо, то обнаружите там огромное количество звезд и планет. В настоящие дни люди загрязняют космос. Можно видеть, как в космосе летают отходы жизни. То есть, что я хочу сказать, если вы взглянете на свой ум, посмотрите на него изнутри, вы увидите, как там точно так же парят множество разных объектов, пылинок и, казалось бы, невидимых частиц. Бхактивинода Тхакура объясняет, что ум не относится к читвасту. Он не трансцендентен, он материален. Несмотря на то, что мы не можем видеть его,
он не является читвасту. Бхактисиддханта Тхакура объясняет, что он абхаз читвасту. Но в действительности, благодаря общению с Гуру Вайшнавом, мы можем изменить его природу. Нет другого способа, лишь благодаря этому общению. Мы можем совершать разные процессы, но без служения вайшнавам мы не сможем изменить материальную природу ума. Так вот, в уме, в тонкой форме присутствует множество, казалось бы, скрытых объектов. Если вы не верите, попробуйте закрыться в комнате, спокойно сесть, и вы обнаружите, что в вашем уме всплывет столько всего. Именно поэтому во время харинама вы путешествуете по разным странам и разным местам, думая о том и о том. Без паспорта и визы вы можете за секунду отправиться в Америку, в Россию, куда бы то ни было еще. Или прокручивать в уме то, что произошло с вами в прошлом. Таким образом, материя присутствует в вашем уме, но в тонкой форме. Ну, даже тонкая форма относится к материи. Великие преданные, такие как Прадьюмна, Брахмачария, благодаря примеру, благодаря этому примеру, вы сможете понять. Если вы ощутите разницу между вашим умом и умом Прадьюмна Брахмачария. Прадьюмна Брахмачари хотел послужить Гуранге Махапрабху тем, что украсил бы весь путь, по которому шел Махапрабху в Пури. Но он не делал это физически, погрузившись в медитацию, повторяя харинам. Он каждый сантиметр пути Махапрабху украшал цветами, но цветами без стеблей, то есть легчайшими цветами. И таким образом, когда Махапрабху ступал по ним, ничто не могло ранить его стопы. И он сделал это То есть он смог украсить дорогу Махапрабху до места, которое находится на границе с Бихаром. Вспомните, когда Махапрабху шел во Вриндаван однажды, он дошел до этого места, а потом вернулся. И именно до этого места Прадьюмна Брахмачари украсил путь. И он был уверен, что дальше Махапрабху не пойдет. Почему? Он знал об этом, потому что его ум остановился. То есть имеется в виду, что он дальше не мог продолжать украшать путь. Таким образом, если материя в скрытой, в тонкой форме присутствует в уме, вы можете ее воплотить в реальность. Я приводил пример о том, то как вся Ядувамша, династия Ядувамши была повергнута.
рассказывал о том, как мальчики решили подшутить над Саду. Внуки Кришны, Шамбу, забавляясь, подошли к Крише и спросили его, указав на переодевшегося Шамбу: «Как думаешь, эта женщина родит девочку или мальчика?» Но, конечно же, Риша увидел все и очень разгневался. Он сказал: «Да, она родит кусок железа». И немедленно... В животе Шамбу появился кусок железа. И примеров этому очень много. Думаю, что вы не слушаете внимательно Харикатху. Вспомните Брихат Бхагаватамрите. Я говорил о том, что один браман в уме предлагал кхир. Он был очень бедный и на берегу Кавери варил параманию, сладкий рис, и когда его, он был уже готов, он решил предложить Бхагавану, но прежде чем сделать это, он должен был прикоснуться к сладкому рису, чтобы убедиться, что он остыл. Когда он сделал это, он обжег палец, но уже не в уме, а физически. А Бхагаван Нараяна смеялся, видя это, наблюдая за этим. Лакшми спросила: «Почему ты плачешь?» «Да там вот мой преданный палец обжег палец». Точно так же, если вы обретете гуру Крипу, следуя всем процессам, процессом баджана, который дал вам Гурупад Падма по-настоящему. Сон, то, о чем вы мечтаете, ваша мечта станет явью. Вы сможете, получив милость Гуру, не сегодня, так завтра, но наступит момент, когда вы обретете лотосные стопы Шри Кришны. Поэтому народ Амдастакур и говорит в своем киртане: я говорю о искренних преданных, которые получают милость Шри Гуру. Так вот, Народ Амдастакур пишет, что благодаря их баджану они обретут свою цель. Даже йоги могут достичь того, к чему стремятся. Я знаю, я посещал Амар Гангу, то есть это очень отдаленное место, очень опасное. Но и туда очень редко кто ходит, тем не менее, это находится... Но я посещал это место по милости Гурудева, и там я встретил йоги, который последние 30-40 лет совершает йогу. Он жил там в пещере. Два-три саду там было. Я один саду из Непала. То есть там была женщина, которая разрешила нам остановиться в пещере.
она как-то внезапно пропала. А йоги Матаджи. Я спросил ее на утро, вы посещали Кедранат и Бадринат? Вы когда-нибудь бывали там? Она сказала, я очень часто туда хожу. Улыбнувшись, она сказала, в тонкой форме. Если мне нужно в Кедранат или Бадринатх, мне нужно потратить 2-3 дня. Но в тонкой форме я могу сделать это за секунду. Она была очень старая. В 11 главе Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве Махараджу, как объясняет, как люди получают йога-сиддхи. То есть имеется в виду, что это очень просто. Таким образом, они даже преданными не являются, это йоги. Анья-билаш, то, что они делают, анья-билаш, относится к этой категории. Но они достигают такого уровня. Так почему же нам не верить в это заявление, что если мы будем поклоняться, служить гуру с полной концентрацией, повторять харинам, мы обретем цель, к которой стремимся, цель, ради которой совершаем баджан. Но суть в том, что наш ум слаб. И в то же время очень хитрый. И у нас нет понимания, что есть асатсанга. Что есть сатсанга. Прабхупад объясняет, что сатсанга — это отсутствие асатсанги. Прабхупад говорит, вы совершаете сатсангу, значит, не может быть и следа асатсанги в нашей жизни. Но в нашем случае наша асатсанга смешана с асатсангой. Поэтому мы так долго не можем получить результатов от своей духовной практики. Однако, если мы обретем подлинную сатсангу, получим подлинную сатсангу, если мы находимся перед гуру, рядом с гуру Вайшнавами, но не можем получить их возвышенное общение, это наша проблема, то есть это происходит из-за нас, поскольку гуру Вайшнавы всегда готовы дать. Мы должны учиться тому, как совершать сатсангу и как служить Гуру Деву. Учиться этому от моего Гуру Дева Шрилы Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж. Это необычайно редкий саду. Когда он был здесь, в материальном мире, и многие возвышенные саду говорили, что Бхарати Госвами Махарадж — редчайший бриллиант. Он был огромным богатством. Гаудия Матха. Бхарати Госвами хорошо жил из этого мира, и это значит, ушло. Гаудия Матха потерял очень много, но в действительности он не ушел. Он. Как совершать служение, чтобы научиться по-настоящему служить, мы должны обратиться к жизни Шрилы Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махараджа. Любые проблемы, которые возникали в вайшнавском обществе, самые сложные проблемы Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж незамедлительно разрешал, если к нему обращались.
Его интуиция была настолько развита, что он четко видел прошлое, настоящее и будущее. Это один из признаков саду. Он легко видит прошлое, настоящее и будущее. Возможно, кто-то, кому-то это не нравилось, но, как я уже много раз говорил, саду можно распознать по его гуру Ништхе. По его сампрадай Ништхе. Я много раз говорил об этом, что это важнейший фактор, важнейший признак. Подлинный саду обладает твердой верой в Гуру Пада Падму, в сампрадаю. Он уникален. Его гуру Ништха должна быть запечатлена в истории. То есть для нас это пример. Я не хочу хвалить себя, утверждая тем, что Шрила Махарадж любила меня. Я должен обратиться к себе, насколько я обладал любовью к нему, сколько любви у меня было к нему. Я себя похвалить не могу, но он, находясь на нейтральном уровне, может сказать истинное положение вещей. Многие не понимали его и не понимают до по сей день. Но говорится, что даже полубоги не понимают положение вайшнава. Мы смеем говорить грязные вещи о гуру вайшнавах. Его гуру Ништха. Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж сказал, великий ачарья Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, который полностью, абсолютным образом следовал Шриле Прабхупаде, сказал, что Бхарати Махарадж брамачари высшего уровня, он настоящий брамачари. Можете спросить, ведь столько брамачари было, почему Мадхава Госвами Махарадж сказал именно о Бхарати Махарадже? Да, это наше видение. Мы видим так много брамачари. Тысячи. Но в соответствии с мнением Чайтанья Махапрабху, Бхагавана Шри Кришны и Прабхупады, они таковыми не являются. Они не брамачари, не саньяси. Я знаю, что вас могут разозлить эти слова, но я не имею враждебности по отношению к кому бы то ни было. Я сижу здесь, как слуга моей гуру Варги. Я
моя харикатха, высшее, мое, то есть лучшее служение, которое я могу совершать. Я не смею менять ни точки, то есть ни слова в их наставлениях. Итак, Шрила Бхактисиддханта Мадхава Госвами Махарадж сказал, что народ там брахмачария идеален. Идеальный брахмачари. Мне задали вопрос, что вы подразумеваете под идеалом? Идеал — это тот образец, который дает нам читание Махапрабху. И вся наша Гуруварга следовала ему. Сваруп Госвами. Вся наша Гуруварга. Итак, народ там брахмачари был совершенным брахмачари. То есть он на 100% был вовлечен в гуру-севу, был сосредоточен на ней, но наш ум бежит в разные стороны. Как когда мы роняем градусник, он разбивается, и ртуть разбегается по всему полу, и мы не можем собрать ее. Так вот, ум наш можно сравнить с этой ртутью, разлитой ртутью. Но его ум был совершенно другим. Однажды один человек сказал Прабхупаде, когда он говорил о саньясе и брахмачарье, он сказал: «Прабхупад, я тоже брахмачари, я не женат». Прабхупад ответил: «Если бы это было действительно так, если бы тот, кто не женат, мог называться брахмачари, тогда львы, тигры, живущие в джунглях, лучшие брахмачари, чем люди». То есть, если ты не женат, еще не означает, что ты являешься брахмачари. И точно так же сейчас многие получают брахмачарию или саньясу, но ими нужно еще стать. Я сейчас никакие стандарты не представляю. То есть я просто повторяю слова Бхактивинода Такура и Прабхупады. Это те стандарты, которые нам дает Гуру Варга, которым мы должны следовать. Сваруп Госвами является авторитетом всей сампрадая. И он, за ним всегда остается последнее слово. Он должен был дать одобрение, только тогда Махапрабху слушал произведения, которые приносили ему. То есть проблема в том, что у нас нет понимания. Who is going to maintain the strict regulation of Guru Vaishnava?
идеалов Гуру Варги. Тот, кто следует стандартам, идеалам Гуру Варги, стопроцентно обретет силу. Тот, кто никакое произведение, никакая харикатха, никакие стихи не достигали Махапрабху без подтверждения Сваруп Госая. Точно так же последнее слово остается за, то есть последнее слово остается за Сваруп Госаями. Я прославляю Бхарати Госвами Махараджа не потому, что я обязан ему чем-то в материальном плане. Нет, он никак не подкупал меня. Тот, кто получал одобрение Сваруп Госая, обретал успех. Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Виган Бхарати Госвами Махарадж обрели в полной степени милость нашей Гуру Варги. А Бхарати Махарадж даже говорил, мне лично также говорил, что сейчас все думают, что Бхарати Махарадж очень учен, хорошо знает шастры. Он говорил, но это не так. Это просто чудо, которое произошло благодаря сатсанге. Благодаря милости Гуру Пада Падмы я смог осознать, как совершать сатсангу и как избегать асатсангу. Они наделили меня тонким разумом, интуицией, пониманием. Таким образом, если я хочу постичь, обрести милость Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа, я должен следовать Шрила Бхакти Виган Бхарати Госвами Махараджа. Прабхупада часто спрашивали, когда мы сможем обрести Бхагавата Даршан? Прабхупада отвечал, если вы даже не получили Даршан Гуру, о чем, как можно говорить о Даршане Бхагавана? Сахаджи и Нарадакунди и Навадипи также считают, что обрести Даршан Бхагавана очень легко. Но, конечно же, это не так. Но в жизни... Но я гарантирую, что Шрила Бхакти Виган Бхарати Госвами Махарадж обрел этот даршан. Сказать, что я был с ним, неправильно. То есть это неправильный сиддханта. Лишь из своего, по своей беспричинной милости он позволил мне быть рядом с ним. Он вдохновлял меня в Джаландаре, в Панджабе. Он говорил, вот наш Ямбаба приехал, сейчас он будет рассказывать, говорить харикатху. Я говорил, что я могу сказать. То есть он провозглашал на в больших собраниях, что сейчас будет говорить Ямбаба. А другие не хотели, чтобы я говорил.
он... So complete Guru Darshan, complete Guru Darshan, complete Vaishnav Darshan, if you like to get. Если вы хотите обрести полноценный даршан гуру и гуру варги, необходимо изучать жизнь Шрила Бхакти Виган Бхарати Госвами Махараджа. В Шри Чайтанье Гауди Матха было два бриллианта: Шрила Бхакти Виган Бхарати Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Валабха Тиртха Госвами Махарадж. Как левая и правая рука Шрила Бхакти Дайта Мадавы Госвами Махараджа. У гуру может быть тысячи учеников, но кто является подлинным учеником? Это главный вопрос. Как мы можем понять это? Можно ли это понять по внешнему виду преданного? Нет. Это можно осознать лишь по Вани Севе. Если я стану просто в день явления, как в прославлении, говорить, вот Шрила Бхакти Виган Бхарати Госвами Махарадж родился в Банкуре, учился там-то, работал там-то, это не Вайшнава Даршан. Если я смогу сказать что-то о его Вайшнава Даршане, Гуру Севе, можно считать сегодняшнюю Харикатху одобренной, Сваруб, то есть такую Харикатху могут одобрить Бхарати Госвами Махарадж и Сваруб Гасай. В Шри Чайтанье Гауди Матхе было два главных севака. Шрила Бхакти Валабха Тиртха Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Виган Бхарати Госвами Махарадж. Они совершали настоящее служение. Бхакти Виган Бхарати Госвами Махарадж говорил, что это чудо моей сатсанги, что я могу говорить безостановочно, говорить Харикатху. Он постоянно молил о том, чтобы до последних своих секунд жизни он мог говорить Харикатху. Повторять все то, что я слышала от моей Шраута Парампары, от моей Гуру Варги, безустанно. Это еще один признак чистого преданного. Безустанно он может рассказывать Харикатху. Ему не нужно отдыхать от этого. Время от времени люди приносили какие-то пожертвования. Бхакти Дайта Мадава Госвами Махарадж всегда был занят. Люди давали пожертвования Шрила Бхакти Дайта Мадава Госвами Махараджа, говорили, задавали вопрос Бхакти Дайта Мадава Госвами Махараджа, это ваш сын? Указывая на Шрила Бхакти Виган Бхарати Госвами Махараджа, Махарадж смеялся. Но в действительности у них было так много единения даже на внешнем плане, что даже внешне Бхарати Госвами Махарадж напоминал Шрила Бхакти Дайта Мадава Госвами Махараджа. They used to believe Bharti Goswami.
They used to believe Bharati Maharaj and Tirtha Goswami Maharaj too. So most of the donation used to come in the name of. То есть люди доверяли Бхактивинода Тирти Госвами Махараджу и Бхактигамбарати Госвами Махараджу. И большинство пожертвований поступало именно им. Когда строились различные матхи в Калькутте, Дарадуне и так далее, Бхактигамбарати Госвами Махарадж возглавлял строительство. То есть он был главным инженером. И кто назначил его на этот пост, кто утвердил его в этой должности, сам Бхагаван, Гуру Варга. Ему для этого не нужны были какие-либо корочки университета. Он все рассчитывал в точности, где будут преданные жить, где будут жить преданные, где будут собираться преданные. В Мадхе Санты Госвами Махараджа в Пуре очень и очень маленькая площадь, где расположен храм. Крошечный участок земли. Но Бхарати Махарадж сказал, нужно сделать все так, чтобы, сказал Санти Махараджа, нужно все. А, точнее, Санта Госвами Махарадж сказал, тут должны так, тут должна быть и кухня в Мадхе, и место для жизни преданных, и сам киртан-холл, зал для киртана. На крошечном участке все это было необходимо разместить. Но еще Бхактигамбарати Госвами Махарадж сказал, да, благословите меня, чтобы я смог создать план. И вначале сделали первый этаж, второй этаж. То есть гениально продуман был сам план. То есть я был поражен. Настолько до мелочей все было продумано. Он всегда думал о гуру вайшнавах, когда проектировал какой-либо матх. То есть прежде всего он учитывал интересы вайшнавов, то есть чтобы каждому было удобно. И на самом деле поразительные храмы, которые были построены по его проектам, планам. И большинство представителей нашей Гуруварги поручали проектирование храмов Бхакти Вигьянбарати Госвами Махараджу. Бхарати Махарадж говорил Бхактивинода Мадхава Госвами Махараджа, преданные послали деньги. А то есть Мадхава Госвами Махарадж спрашивал, можем ли мы сейчас задействовать деньги в определенном служении. Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж говорил, он хотел на парикраму потратить, а Бхарати Махарадж говорил, но эти преданные пожертвовали для другого, а Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж говорил, дай мне эти деньги, я потом тебе их верну. Пока Шрила Бхакти Вигьянбарати Госвами Махарадж присутствовал в этом мире, собрание преданных во время на день явления Шрилы Прабхупады
было очень серьезным, то есть очень были настроены серьезно. И я с счастьем, с радостью приходил туда, посещал день явления. Но сейчас я больше я не хожу, не посещаю этот праздник, потому что не вижу заинтересованности в Харикатхе, среди собравшихся. Много раз я говорю Харикатху в Чагде. Однажды Брамачарья Пуджари очень разгневался, потому что я не прекращал говорить Харикатху. То есть они очень... Он очень разгневался, и из-за того, что я не останавливался, он, несмотря на то, что я говорил, начал проводить арати. Они думают, что арати важнее, но не понимают, что арати совершается харикатхой. Это сам сказал сам Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж. Он еще Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж безостановочно говорил Харикатху. Он мог в деталях помнить то, что произошло 45 лет назад, как вот этот бабу пришел 45 лет назад, в такой-то день ко мне в Джаландаре, Санджай Прабу пришел ко мне. Он был как энциклопедия. И Вамана Госвами Махарадж также. Они помнили в деталях, помнили дату каждого события. То есть уникальная память. Бхарати Махарадж говорил очень важную вещь. Я знаю, что многие сейчас с этим не согласятся, с тем, что сказал он, но так или иначе он сказал, что я смог осознать славу единства в разнообразии, благодаря моей Гуру Варге. И Тиртха Махарадж, и Бхарати Госвами Махарадж говорили, что спутники Прабхупады, несмотря на то, что и служили Прабхупаде в разных местах, то есть, казалось бы, разъединившись, они на самом деле они делали это сообща, то есть в единстве. Я не хочу никого критиковать, мне это совершенно неинтересно.
но я хочу, я буду защищать мою Гуру Варгу, защищать их учение. Бхарати Махарадж сказал, что мы благодаря под руководством Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа познали, как постигли, как совершать Гуру Севу. Даже те, кто выступали против Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа, несмотря на это, Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж приказывал Бхарати Госвами Махараджу служить тем, когда они попадали в какие-то трудные ситуации, у них, когда они болели чем-то. Бхарати Махарадж говорил ему в ответ, но он же критиковал вас. А Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж ответил, если ты любишь меня, ты должен любить моих гуру, братьев. Бхарати Махарадж постоянно прославлял нашу Гуру Варгу. Он говорил, под руководством моего Гуру Махараджа я постиг, как служить Гуру и Вайшнавам. Это ключ к успеху. Если Гуру Падма вовлекет меня в служение деньгами, я должен буду отдать ему все, что у меня есть. Как, к примеру, Нарахари Прабу поддерживал читание матх финансово. А, нет, простите, не финансово. То есть имеется в виду, у него был такой вид служения, что он присматривал за читанием Гаудия Матхам. И он со всей душой исполнял это служение, потому что он знал, что если в читании матхи не будет возникать никаких проблем, если все будет устроено, слажено, то Прабхупад спокойно сможет совершать харибаджан, не отвлекаясь на разные проблемы. Итак, Шрила Бхактивиданта Госвами Махарадж говорил о единении в разнообразии, о единстве в разнообразии. Гуру Варга научила меня, как терпеть, как научила смирению, научила тому, как совершать служение, говорил Шрила Бхактивиданта Госвами Махарадж. Он наблюдал уникальным служением, настроением служения. Я хочу привести пару примеров этому. Когда можно сказать, что ученик является подлинным гуру-севаком? Лишь тогда, когда сердце ученика станет единым с сердцем гуру. Прабхупад приводил пример. К банке может подойти только одна крышка, которая закручивается. Только we can discover in the life of Bhakti Gandhi.
То есть банку можно закрутить только при помощи подходящей крышки. То есть они должны соответствовать друг другу. И это приводится в пример тому, как сердце ученика должно стать единым сердцем гуру. Когда во время парикрамы Бхактисиддханта Госвами Махарадж должен был вернуться в свой баджан кутир, принять омовение, то есть он ехал вперед с парикрамой, а Бхарати Махарадж задержался, то есть остался на какое-то время на месте, где был разбит лагерь. Когда Бхактисиддханта Госвами Махарадж уехал, Бхарати Госвами Махарадж вспомнил, что «О, Гурупадпада не может войти в свою комнату, потому что ключи у меня, я же закрыл его комнату». Меня займет час-два, чтобы добраться до этого места. И тогда он попросил, то есть он смог доставить ключи за 20, за короткий промежуток времени, за очень быстро, и тогда Бхактисиддханта Госвами Махарадж, увидев ключи, точнее, Шрила Бхактисиддханта Бхарати Махарадж в тот момент осознал, что есть Гуру Сева. Бхактивиддханта Бхарати Госвами Махарадж часто говорил, иногда я не понимал, почему Бхактивиддханта Госвами, почему мой Гурудев делает, поступает так или иначе. И Бхактивиддханта Госвами Махарадж видел это. Когда Наротам Прабху был, когда Шрила Махарадж был еще брамачари, Наротам Прабху, Бхактисиддханта Госвами Махарадж сказал, иди и купи мне дешевых тхотья. Я Бхактисиддханта Бхарати Госвами Махарадж ответил, но ведь у меня так много тхоти, мне так много жертвуют, и давайте я вам дам. Но Бхактисиддханта Госвами Махарадж сказал, нет, делай то, что я тебе сказал, иди и купи дешевые тхоти. А на самом деле это эти тхоти предназначались для одного брамачария. Иди и купи именно дешевые тхоти. Этот брамачария родился в очень бедной семье. Я не делал никаких различий. Я рад дать ему хорошего качества тхоти. Но на самом деле это не принесет ему блага. Если я начну давать ему... То есть, прежде всего, он должен развить отречение. Поэтому не будем торопиться. Сделай то, что я говорю. Я знаю, что у тебя есть хорошие тхоти, которые ты мог бы дать ему, но... Если ты сделаешь это, он не останется в храме надолго. Он постепенно развьет настроение наслаждения. Но я хочу защитить его от этого. То есть из благих намерений я хочу дать ему дешевую тхоти, дешевую одежду.
Я ни разу за всю свою жизнь не посещал Кумхамелу, Прабхупад также никогда не посещал, но некоторые представители нашей Гурварги делали это. Шрила Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж, к примеру. У меня на самом деле нет желания посещать Кумхамелу, у меня есть сильное желание слушать Харикатху Шрила Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж и других представителей нашей Гурварги. Я являюсь инструментом в их руках. Они говорят Харикатху, а я повторяю их слова. Просто повторяю. Так вот, однажды Бхарти Махарадж посетил Кумхамелу. Там Шичитани Гаудия Матх в то время проповедовал, потому что это была очень хорошая возможность для проповеди. Там ее посещает много-много людей. И Бхарати Махарадж, в то время он был уже саньяси, приняли омовение в, возможно, Аллахабаде, это было вместе слияния Ганги и Моны, Сарасвати. Он зашел под тент, и одна женщина подошла к нему с халавой в руках. «Пожалуйста, Махарадж, примите эту халаву, также вот этот чадар и ткань». Мадхава Госвами Махарадж сказал, бери, бери. А Бхарати Махарадж сомневался, почему это я должен принимать. Она же не преданная. Мадхава Махарадж сказал, пожалуйста, прими то, что она дает тебе. То есть женщина была очень счастлива. Она предложила поклоны Бхакти Дайтамада Госвами Махараджу, еще Бхакти Гамбарати Госвами Махараджу, и ушла. Она была очень довольна. А Бхакти Дайтамада Госвами Махарадж понял, что творилось в сердце у Махараджа, и сказал, посмотри, она обусловленная душа. Если мы отвергнем ее, она подумает, что саду не милостивы. Кто прольет на нее милость? То есть прими, если она дает, прими, а потом ты можешь просто дать это кому-то. Если ты отвергнешь то, что ее дары, это расстроит ее. Бхарати Госвами Махарадж говорит, каждую секунду я учился у моего гуру Пада Падмы. Поэтому таким образом его сердце стало единым, единым с сердцем его духовного учителя. Некоторые критиковали Шрилу Бхакти Гамбарати Госвами Махараджа. Таких людей нельзя назвать никем, кроме как материалистами. У таких людей нет даже малейшей веры в Прабхупаду. Я полностью уверен в этом. Сейчас я могу заявить это, прикоснувшись к Шримад Бхагаватам. Если это неправда, то Бхагаватам сожгет меня.
Таким образом, они могли, такие люди могут критиковать такого вайшнава, как Шрила Бхакти Гамбара Тягасвами Махараджа, если, лишь если они не обладают верой в Гаудия Мадх и вайшнавов. И Прабхупад никогда не простит подобное. Я часто много, подолгу жил в Калькутте, в Гаудия Матхе. Я очень благодарен Шриле Бхакти Викен Бхарати Госвами Махараджу, Шриле Бхакти Валби Тиртхе Госвами Махараджу. То есть я проводил много времени там, получая общение, даршан Шриле Бхакти Гамбарати Госвами Махараджу, Шриле Бхакти Валби Тиртхе Махараджу. Если я что-то нехорошее захочу сделать, они побьют меня. Они накажут меня. Это их беспричинная милость. Я никогда не забуду Бхарати Махараджа. Не то, что в этой жизни. Никогда. Жизнь за жизнью я буду помнить о нем. Насколько он милостив. Когда я услышал от одного саньяси из храма Шрила Бхакти Кумасанты Госвами Махараджа, Бхакти до этого, Шрила Бхакти Викен Бхарати Госвами Махарадж был доволен книгами, которые я показывал ему, которые я писал. Так вот, тот в Большом собрании Шрила вместе в линии Шрила Прабхупады, в Мадхе Шрила Прабхупады, Шрила Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Бхактивинода Бхарати Госвами Махарадж сказал, чтобы ради того, чтобы защитить Гуру Варгу, Шьям Баба написал много статей, книг, и вы должны читать их. Я удивился. Ну, Гопананда Бон Махарадж также принимал то, что я пишу, тем не менее, никто из вайшнавов открыто, публично об этом не говорил. Но Бхакти Гамбарати Госвами Махарадж сделал это. В том Мадхе очень многие критиковали меня за то, что я писал. Они говорили, пусть занимался бы своим собственным баджаном, к чему все это писать, но это говорит о том, что они не понимают, что такое баджан. Когда Бабаджи с Навадвипатхамы пришли к Бхактивинода Такуру в Кришна Нагар, в то время он занимал пост в правительстве, был управляющим. Они стали жаловаться. Some of them going to cheat widow lady,
Эти сахаджи на самом деле занимались низкими вещами. Бхактивинода Такур сказал, что вы баджаном не совершаете, не занимаетесь. Вы, якобы закрывшись в комнате, повторяете харинам, а на самом деле занимаетесь порочными вещами. Идеал, который дает нам Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж, настолько велик, настолько высок, что мы можем говорить о нем часы напролет. На этом я вынужден остановиться. По милости Гуру Пада Падмы, наш ум, природа нашего ума изменится. Мы обретем умиротворение. Я не могу забыть его любовь.